Это вот музей. Открытие 5 октября. Как будто Хабаровский край появился 85 лет назад. И вообще дичь такая. Это вот система, деградировавшая до абсурда просто. Хабаровскому краю лет, так может, 1000, блин. Ну, не в плане того, что Хабаров тут был. Хабаров — это от слова хабар, блин, товар. Мародер. Неудачное название столицы для Хабаровска, кстати. Выбрали имя мародера. Жидка мародера, который обирал своих казаков. Ну, что есть, то было, как говорится. Великий, блин, пересрался со всеми. Никаких особых военных побед не достиг, короче. Настроил против себя мирное население. Ну, а-ля московская проекция. Вот знаете, если сравнивать Хабаровск и Камсу, это два города, вот, похожи. Хабаровск — копия Москвы на Дальнем Востоке, уменьшенная. Комсомольск — копия Питера. При всех его уголовных и прочих сложностях город более интеллигентный, интеллектуальный, производственный, реальный, в отличие от Хабары, которая, как говорится, понаехавшие, замкади, ну, то же самое все. Это, как ни странно, мне как человеку, пожившему в Хабаре, и плюс все-таки родня у меня там, детство там тоже проходило временами, летнее, блин, счастливое, приходится признать. И вот теперь Дегрод Дегтярев решил праздник устроить. А то, что краю, как минимум, почему не праздновать, блин, образование? Никто не празднует образование Дальневосточной Республики, да? Для путинских это серп в яйцо, бляха. Да, понимаете, да? Он поехал в Китай, сучара. Клон очередной, блин, полуживого этого. Пока лежит там царек где-то, сдыхает в бункере, блин. Очередной клон там фестиваля, блин, Россию продает. А я вот с удовольствием отпраздновал образование Дальневосточной Республики. Просто с чувства даже исторической справедливости. А было ж ему не так давно, 100 лет каких-то там, всего ничего, да, 20-й, по-моему, год, 3 года назад. Нет, ни хрена, блин. Никто не празднует. Ну как же, это ж не федерализм, это сразу сепаратизм. Хотя Ленин там и прочие жидки хотели сдать в концессию Россию британским, американским жидам. Все было уже настроено. Ну, нашлись на Дальнем Востоке люди, как говорится, создали республику, нахер отгребли от этих всех. И пришлось, пока, как говорится, не подгребли вменяемые люди, сталинцы, большевики, да, из генштаба, и, как говорится, поняли, что тут происходит, да, когда тут мочили и белочехов, тварей, мочили, бля, колчаковцев, японцев, мочили всех, красных, белых, всех, кто продавал русскую землю. Вся правда о войне на Дальнем Востоке никогда не будет при этой власти рассказана, показана, тем более. Какого-то там Штирлица сняли тоже по, как говорится, Юлянчику Семенову, жидку. Тоже, ну, как бы, да, молодой Штирлиц, патриотизм, ну, фильм убогий на самом деле. На самом деле, тоже. Это, ладно, он при СССР был написан, сценарий. О, синичка, правдивый. У меня вот, кстати, этот крупный-то самец, наверное, живет в доме, тоже прилетело, а деревья спилены. И есть ей нечего. Вот такие вот дела. Так что это все переформат молодого поколения, переформат мозгов опять. Вот эти все лживые праздники, лживые юбилеи, лживое все. И вот опять тоже, видите, вот наклеено, вот срань какая. Ну, что, нет у нас ментовки, полиции нет. Вот этих вот по телефону выловить нахер и заставить отмывать 15 суток вот это все. И это где происходит? Не на краю города, это вот стоит город, администрация вот этих вот, оккупационный ад администрации. Ни хера не это самое. Вон она, видите, уже сама администрация, как все госуправление в России. Раздолбанное, страшно видеть как. А там, значит, это, сталинизму все это. Летчик, матрос со штыком. Ой, бля, какая профанация. Вы понимаете, какая профанация? Вот. А тут Lexus и все дела. Вон Lexus стоит. Стыдоба, бляха, стыдоба. Ну чем не христианский символ, только без гвоздей. Правильный символ. Иосиф Виссарионович не дурак был, когда заслал сюда
людей в это место непростое, место силы, строить новую жизнь, новый город. Ну, эти, видите, эти все свели до нуля, все изничтожили, никакого развития. Ошибка, типа, как Гайдар сказал, этот город ошибка. Ошибка, бля, Борта сказала, что этот город ошибка. Ладно, вот такие вот дела, вот такое утро со снегом в Камсе. Идем дальше. Твари уничтожили деревья, представляете, что они сделали полностью. В нуль. Все эти елочки красивые, здоровые вязы уничтожили просто живую улицу, аллею. Вот оно, этот сатанизм, путинизм в действии. Гребаные урюки, блядь.